Родители ленинск-кузнецких выпускников сегодня сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Все они стали участниками всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В школьные годы чудесные решила отправиться и заместитель начальника управления образования Светлана Хлудова. Не только в Ленинске-Кузнецком, это вообще уже практика сложившаяся, когда объявляются акции ЕГЭ для родителей. В этом году, учебном году, это уже второй раз. То есть основные предметы, математика и русский язык, это основные предметы, родители у нас тоже садятся и пишут. И по отзывам родителей это, в общем-то, дело нужное, потому что родители как бы в эту атмосферу окунаются, они могут более так прочувствовать, они знакомятся с требованиями. Процесс единого государственного экзамена для родителей приближен к реальности. Родители переживают, словно их чадо, будущие выпускники школ. С волнением проходят все необходимые процедуры и, как признаются сами, только теперь понимают, насколько подход к экзамену поменялся. Когда мы учились, это было очень давно, конечно, я училась хорошо, поэтому шпаргалками не пользовалась и своих детей к этому не приучаю. Но, наверное, глаза в глаза по-другому сдавали педагог и ученик. Сейчас другая процедура, и я не вижу в этой процедуре ничего плохого. Я считаю, что даже, наверное, это и польза. Дети сдают спокойно в школе, в своих зданиях, в своем городе, и по баллам имеют возможность поступить в ВУЗ. Я сегодня пришла на процедуру проведения экзамена, вот, посмотреть, познакомиться с теми требованиями, которые предъявляют нашим детям, как они приходят, как они садятся, как они занимаются, что происходит вот в процедуре проведения экзамена. Как вы думаете, нужно что пройти? Конечно, обязательно. Это очень важно, потому что дети наши с этим знакомы, хотелось бы и нам познакомиться, узнать поглубже, чтобы не было вопросов лишних, чтобы все было понятно и спокойно к этому отнестись. Ну, мы же не ради результата пишем. Мы ради того, чтобы родители наши успокоились, дали правильную установку детям, как вести себя на ЕГЭ, чтобы увидели вот эту атмосферу, не волновались, не переживали. Кстати, в Ленинске-Кузнецком акция получила горячий отклик. Родители, как и по задумке авторов этого проекта, после испытания на себе помогают детям преодолеть психологические барьеры при подготовке к ЕГЭ. Анна Ашуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.